Всем привет! Я в магазине «Спортмастер», город Орск, остановка Комсомольская, Ринг Плаза. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Смотрите, какая классная кофточка. Джемпер флисовый для девочек. Ну и цена хорошая, конечно, скидка 20%. Симпатичный. Тут уже бежевый не так смотрится, молочный, как голубенький, да? Голубенький как будто бы лучше смотрится. Хотя этот тоже хорошенький. Ветровка. Куртка для девочки голубая. Вот еще яркий желтый цвет. Да, цены, конечно, не маленькие. Зелененький еще есть цвет. Оверсайз. 4000 с капюшоном. Есть футболочки Пума. Смотрите, как снизу завязывается. Смотрится неплохо. Футболочка классная, но цена, наверное, тоже такая же классная. 2000. 153-164 размер. Хорошенькая, что говорить. Вот голубенькая какая. 122-128. И размер. Ой, цена 1600. Вот еще розовые. Если здесь такая как синтетика, а здесь хлопок. Смотрится, конечно, это подлиннее, ну и по качеству получше. Сейчас я посмотрю примерно, сколько стоит. 1300. Такая укороченная. 1300 тоже. Капюшоном. Так, джемпер для девочек 3600. Также есть брючки. Это лосины, наверное. Оценим где. Да, это леггинсы для девочек 1900. Бра для фитнеса для девочек 1300. И такой же вот джемпер. Джемпер 2600. Такого же цвета. Футболочка светленькая. 1700. Женская. 46-48 размер. Джемпер 1800. Футболочка 1300. Именно этот размер 44. Ветровки женские 6,5. Светленькая. Не пойму даже, что это за материал, как плащевка. В то же время как резиновый какой-то. А, ветрозащитная куртка. Поэтому она не продувает. 1700. Размер 44. Состав 95% хлопок. Вот еще в каком цвете есть. Ну, с кошечкой футболка. 1100. Футболка женская, серый цвет, 50-52 размер.
что здесь еще интересного. 2300 джемпер женский кремовый. Ой, какой он мягенький. Это, знаете, это как будто бы велюр. Бархат какой-то, даже не велюр. Приятный такой, очень приятный. Вот полосатенькая футболка. Сколько стоит? 1600. Очень много привезли купальников, как раздельных, так и сплошных. А цены сейчас примерно скажу. 1600 раздельные и сплошные 3400. Кроссовки 5,5. Это с учетом уценки. 5000. Текстиль. Черненький тоже 5000. Много, конечно, здесь кроссовок различных. А вот начнешь выбирать, никогда ничего не подберешь. Ну и цены, конечно, здесь 8000. Не знаю, может, для кого-то это недорого, для меня дорого. Вот какие интересные. Как будто бы кожаные. Не пойму даже, из чего сделано. А стоимость 7800. Ну и сколько пляжной обуви. 2600. 2000. В двух цветах кроссовки. 8600. Уже летние сандали. 4700. Босоножки. 5200. И тоже 5200. 1700 сандали женские. Вот такие 4700. 7800. В черном цвете. Восемь с половиной. А это детские. Смотрите, какие яркие. Сколько они стоят? 5200. Нога растет, да? Сезон поносил. И 6000 почти. Ну, не 6,5. Ну, и не 6, а 5000 выкинул. Так. Вот еще. Тоже 5200. Но красивые. Красивые. Это вот, я так понимаю, на мальчика тоже. Уже так, эти тоже 5200. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.